Есть такая профессия – сантехник. Сотрудники Дома управляющей компании «Территория» Дмитрий Степнов и Алексей Новиков представляют Муром на ежегодном Всероссийском чемпионате сантехников. Сейчас они на втором этапе конкурса под названием «Школа сантехмена». Чему в ней обучают? В сюжете. Ребята, у нас сегодня с вами необычный урок. Этот урок по профориентации. В гостях у учеников школы номер 28 сантехмены. Кто такой сантехмен? Если бы это был вопрос билетов школьного экзамена, эти ребята ответили на отлично. На пятерку свою работу знают и Дмитрий Степнов с Алексеем Новиковым. На зрелищном сантехническом мастер-классе они это доказали. Мы принимаем участие в всероссийском конкурсе на Кубке России «Лучший сантехник» и представляем свою профессию и что мы умеем в своей профессии. Также хотим вкратце рассказать вам немного о ней, что она из себя представляет. Из чего же сделан наш сантехмен? Из гаечек, заглушек, прокладок, фитингов, фильтров и других неведомых ребятам деталей. В формате игры школьники постигали азы профессии сантехника. Правильно разделить детали сифона и смесителя проще простого. А вот собрать из них то, с чем ежедневно сталкивается в своей работе сантехмен, дело тонкое. Получился подарок классному «Мой додыру». А теперь приступаем к установке. При этом нам понадобится отвертка, вы все знаете, и потребуются ключи, которыми будут выполняться технические работы. Вот эти ключи называются газовые. Это неотъемлемая часть сантехника. Без них практически ничто нельзя сделать. Вот. Отвертка и самое нужное – это разводной ключ. Это нелегкая работа по силам таким настоящим профессионалам, как Дмитрий и Алексей. У муромских сантехников внушительный трудовой стаж – почти 10 лет. На глазах у ребят «Мой додыр» молодел, и более того, они сами принимали в этом участие. Результат совместной работы понравился всем. Ура! Теперь ребята знают, что сантехмен – это настоящий герой 21 века. А сантехник – профессия интересная и очень нужная. На память об этой встрече сантехмены Дмитрий и Алексей вручили ребятам значки. А самих героев ждет золотой кубок Всероссийского чемпионата, если, конечно, вы поддержите лучших сантехников страны. По жизни дружно мы пойдем, свою профессию найдем! Регина Ломакина, новости Мура.